Разрешается ли женщине посещать могилы своих близких родственников? Женщине не разрешено посещать кладбище, потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал женщинам: «Идите обратно, потому что за это вы получите грех, а не награду». Также посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, проклял женщин, посещающих могилы, людей, устраивающих там места для молитв, а также зажигающих там огни. Это и есть правильно.